велосклад.рф. Всем привет! Это магазин «Велосклад.РФ». Вы уже смотрели наш ролик о том, как подготовить велосипед к зимнему хранению. Конечно, здорово, если есть гараж или балкон большого размера. Тогда велосипед можно хранить там, воспользовавшись нашей инструкцией. А если нет такого места, что же делать? Тогда вы можете попробовать доверить велосипед на сезонное хранение в магазин. Конечно, настоящему лютому велосипедисту очень сложно расставаться со своим двухколесным другом, просто потому хотя бы, что страшно за него. А вдруг его поцарапают? А вдруг он будет храниться в темном сыром подвале? А вдруг там крысы размером с маленькую собачку? А вдруг там о нем никто вообще не позаботится и его забудут вернуть к обещанному сроку хранения? Ну что ж, давайте копнем и узнаем, стоит ли оно того. Если магазин предлагает сезонное хранение, значит у него большой склад. В общем-то, велосклад. Но тут все понятно. Например, у нас большое теплое помещение, так что велосипеду не грозит перепад температур, который так вреден для комплектующих, навесного оборудования и, конечно же, рамы. Ну как же будет храниться этот велосипед? Серега, задолбай же этот велосипед! Да нас задолбай! В нашем магазине идет четкая опись велосипедов, взятых на хранение. Бережная консервация, разумеется, залог того, что нам доверяют своих коней. Гарант того, что ваш велосипед не потеряется, это, разумеется, договор и акт приемки-передачи. Согласно этим документам, велосипед будет храниться определенный срок в указанном месте, и в истечении этого срока вы получаете его согласно акту приема. Во время приема магазин предлагает ознакомиться с косметическим состоянием велосипеда, с его техническим состоянием, все согласно описи и акту. Ни в коем случае не соглашайтесь отдавать велосипед на хранение, если магазин не готов вам предоставить эту необходимую документацию. В таком случае вы просто не сможете предъявить претензии магазину в случае, если велосипед потеряется на складе или его повредят. Серега, там клиент уже достал, где велосипед? Да на! Так он розовый и детский. В квитанции написано «велосипед», а он и в Африке велосипед. Так что озаботьтесь четким описанием вашего велосипеда в накладной. Конечно же, стоит доверять проверенным магазинам. Например, магазин «Велосклад» работает с 2004 года. Нам доверяют, потому что мы имеем большой опыт продаж и ремонта велосипедов. Да и к тому же мы сами большие любители покататься. В нашем магазине вы можете выбрать любую услугу на свой вкус. Сезонное хранение с доставкой велосипеда, сезонное хранение с доставкой велосипеда до дома и техническим обслуживанием. В техническое обслуживание велосипеда входит мойка, смазка, прочистка цепного привода, настройка переключателей, ну и прочий мелкий ремонт. При необходимости подкачают колеса, но замена переключателей или выравнивание обода, к сожалению, уже стоит отдельных денег. Так как эти опции, например, уже относятся непосредственно к ремонту велосипеда, а не к техническому обслуживанию. Не доверяйте свою модель каким-то кузьмичам, доверяйте проверенным, надежным магазинам. А это был магазин «Велосклад.РФ». Оставляйте свои велосипеды на зимнее хранение у нас, нам можно доверять. Ставьте большие пальцы, если вам тоже было угарно и смешно. Пока! Сайт магазин велосклад.ру